аджика на зиму по-нашему, по-сибирски. Готовится без стерилизации, без варки, друзья, за 10 минут. Намазывай на хлеб, добавляй в первые, вторые блюда. Рецепт потрясающий. Смотрим. Приветствую вас, дорогие друзья, на канале «Найди свой рецепт». Сегодня Елена заготавливаем на зиму аджику по-сибирски. Друзья, это такая вкуснятина. Будем готовить без варки, без стерилизации, сохраняя все витамины и полезные вещества. Я подготовила мясорубку, поставила сюда среднюю решеточку, и мы с вами начинаем перекручивать болгарский перец. Его нарезают для перекрутки крупно. Морковь. Ее можно было просто порезать. Вот Андрюшку попросила почистить, а он и заодно ее еще и измельчил. Так, мы перекручиваем. Петрушку нарезаю крупно. Подойдут вот такие жесткие стебли. Подойдут. Сочная она у нас такая, прям уже осенняя достаточно. Перемешиваю ее с чесночком, чередую. Чесночок, петрушечка, заброшу сразу же острый перец чили. Если желаете, можно семена удалять. Мы любим, чтобы было пободрее. С семенами перекручиваем. Что хочется сказать, чеснока и петрушки мы берем равное количество, по полкило. Крутим. За 5 минут с мужем перекрутили все овощи так быстро. Друзья, и теперь берем объемную кастрюльку. Можно взять тазик большой. Выливаю туда 5 столовых ложек 6% уксуса. 250 мл растительного масла. 1 стакан сахара или 230 граммов. А также соль. Ее мы взяли 200 грамм. Вот столько соли мы добавляем. Выкладываю также томатную пасту. Здесь по весу у нас 800 граммов. Частями добавляю перетертые овощи. Так добавила, перемешала, чтобы у нас здесь все как следует растворилось. Вы не представляете, какой аромат стоит чеснока, зелени. Очень вкусно пахнет болгарским перцем. А вот так просто. За 10 минут мы с вами приготовили, так думаю, 4 литра здесь точно будет шикарной аджики на зиму. Аджики в течение получаса даем настояться, чтобы растворился соль, сахар. И теперь только мы ее раскладываем в банки. Банки лучше берите небольшого размера. Но вот у нас холодильник маленький, погреба нет. Поэтому я где литровые, где пол-литровые взяла. Они у нас стерильные. То есть я их хорошо промываю. Затем стерилизую в духовке при температуре 100 градусов. 15-20 минут достаточно. Красивый цвет, аромат. Мы попробовали, безусловно, вкус. Соблазняем вас приготовить. Закрывать будем полиэтиленовыми крышками. Я их хорошо помыла. Теперь заливаю кипятком. Так, чтобы стерильность у нас сохранялась, никаких бактерий. Беру крышечку и накрываю банку. Итак, мои хорошие, у нас получилось 3,5 литра обалденной аджики. Любишь аджику, поднимай палец вверх, подписывайся на канал. Хранится она в погребе или в холодильнике. Пишите комментарии, с удовольствием на них отвечу. До свидания, до новых встреч!